Добро пожаловать в инфосферу. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Звезда родилась. Кантри-музыкант Джексон Мейн, чья карьера быстро катится под откос, однажды знакомится с никому неизвестной талантливой певицей Элли. Между героями вспыхивает страстный роман. Джек помогает Элли добиться успеха. Но чем стремительнее набирает обороты музыкальная карьера Элли, тем сложнее ему мириться со своей увядающей славой. Полночное солнце. Ночами 17-летняя Кэти сочиняет красивые песни под гитару, а днем она вынуждена скрываться во мраке. Ее нежная кожа не выносит солнечного света. Но однажды в полночь Кэти знакомится с Чарли, и теперь ради возлюбленного она готова сгореть в лучах света безумного чувства. Попробуй подкати. Успешный бизнесмен и эгоистичный мачо пускает в ход все свои уловки, чтобы соблазнять девушек. Но однажды он сам оказывается в крайне щекотливой ситуации. Танцуй сердцем. Энергия танца, безудержный ритм и биение сердца. Ради этого Джозеф готов отказаться от всего и отправиться на битву лучших хип-хоп-танцоров планеты. В Париже он встречает Хлою, которой предстоит отбор в легендарную балетную группу Нью-Йорка. Вместе они мечтают создать невероятное объединение стилей, которое потрясет весь мир. «Дикая жизнь» – пронзительная история любви Джерри и Жанет. Это фильм о разбитом сердце, об ошибках, глупостях и утрате иллюзий, но главной движущей силой в нем остается любовь. Можно только представить. История рождения одноименной песни группы Mercy Me. Лидер команды посвятил эту песню о вере, любви и прощении своему отцу, не подозревая, что скоро она облетит весь мир, станет платиновым хитом, а главное – подарит надежду миллионам людей. Путь домой. Что делать, если тебя и твоего любимого хозяина разделяют сотни километров? Белла знает ответ. Она обязательно вернется домой, чего бы ей это ни стоило. И путь ее полон невероятных приключений, опасностей и удивительных открытий. Гарри Поттер и философский камень. 2001 года. Жизнь 10-летнего Гарри Поттера нельзя называть сладкой. Его родители умерли, едва ему исполняется год. А от дяди и тетки, взявших сироту на воспитание, достаются лишь тычки да подзатыльники. Но в 11-й день рождения Гарри все меняется. Странный гость, неожиданно появившийся на пороге, приносит письмо, из которого мальчик узнает, что на самом деле он чистокровный волшебник и принят в Хогвартс, школу магии. А уже через пару недель Гарри будет мчаться в поезде Хогвартс-экспресс на встречу новой жизни, где его ждут невероятные приключения, верные друзья и самое главное – ключ к разгадке тайны смерти его родителей. Королевство полной луны. После таинственного исчезновения мальчишки из лагеря бойскаутов, принципиальный шериф ставит всех на уши. Свое альтернативное расследование начинает тренер бойскаутов. Мамаша девушки бьется в истерике, а отец, кажется, что-то скрывает. Ведь у каждого в жизни бывает первая любовь. «Один дома» 1990 года. Американское семейство отправляется из Чикаго в Европу, но в спешке сборов бестолковые родители забывают дома одного из своих детей. Юное создание, однако, не теряется и демонстрирует чудеса изобретательности. И когда в дом залезают грабители, им приходится не раз пожалеть о встрече с милым крошкой. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание, до скорых встреч!